Наша общая позиция и наших подзащитных Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, и нас, их защитников, состоит в том, что мы имеем дело даже не с судебной ошибкой, мы имеем дело с заведомо неправосудным приговором. Настолько неправосудным, что он уже просто выглядит как своеобразная форма протеста со стороны суда на то беспримерное, беспрецедентное давление, которое оказывалось на протяжении всего процесса на суд и особенно в последнее время. Достаточно упомянуть ту пламенную речь, которую мы услышали от премьер-министра России чуть больше недели назад. Вот. И мы, конечно, иллюзии не питали, что она может остаться неуслышанной, но вот то, что мы сегодня услышали, это даже превышает тот объем обвинения, на котором в итоге остановились прокуроры после окончания, то есть в прениях, да, в завершающей стадии процесса. My father, Mikhail Khodorkovsky, is a political prisoner in Russia. We're here right now because today, December the 27th, the judge in his second trial started to announce a guilty verdict. We're protesting this decision because my dad is innocent and he is a victim of political persecution and a victim of Putin's personal vendetta.